Бисмилля. Альхамдулилля. Тальбия Тур представляет отель Свис Отель Мекка напротив мечети Аль-Харам. Итак, сегодня у нас сюда заезжают паломники. Комната номер 3932. Проверяем комнату. Так, ключ есть. Отлично. Комната двухместная. Комната двухместная. Так, с правой стороны бар, чай, потом шкаф, полки, сейф, пакеты для белья, стаканы. Ну, как обычно все. Чай зеленый, чай черный, вода, чайник. Ага, есть. Нормально. Так, вот здесь вот ночник. Это вот ночной, фонарь ночного. Если ночью захотите, то включается он там, чтобы проход освещался. Красный свет горит. Так, здесь с левой стороны туалет. Здесь вот зеркало на всю длину, на всю высоту. Потом туалет очень удобный. То, что ванная комната, она отделена дверью. То есть человек может там спокойно мыться, купаться, плескаться. А здесь человек может спокойно омовение брать. Также вот здесь фен, зубная щетка, зубная паста, бритвенный станок, крем для бритья, потом, пожалуйста, здесь лосьон, так, мыло, так, полотенчики, полотенце для рук, полотенце для ног, так, для лица, так, отлично, отлично. Вот здесь вот сушилка, кстати, есть. В душевой комнате отличная вещь, сушилка, да, вот эта вот штука, что это означает, вот она сушилка, то есть постирался там что-то или хочешь высушить свое там полотенце, натянул и, пожалуйста, вешай здесь полотенчика или еще что-то. Вот так, вот такая вот тема. Так, шампунь, мыло жидкое имеется, пакет специальный, шапочка полиэтиленовая для волос, кто не хочет мочить волосы, мыло. Так, выходим далее, смотрим, что у нас далее есть. Так, сама комната, это двухместная комната, две кровати отдельно стоящие, пожалуйста. Здесь вот можно это все увидеть. Комната широкая. Потом, что здесь? Шкаф обязательно. Шкаф. Ага, пижамы. Два халата, тапочки, как обычно. Дополнительные подушки. Все нормально. Здесь должен быть утюг. Утюг — это в 5-звездочном отеле. Естественно, доска. Пожалуйста, гладильная. Пожалуйста, вот здесь сушилка. Все есть. Отлично, 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 отлично. Полочки. Так, кровать широкая. Машалла, широкая кровать. Полки, шкафы. Все есть. Здесь можно записывать свои идеи, свои мысли. Так, номер телефона зарегистрирован за нашим пациентом, за нашим человеком, вернее, паломником. Мистер Рашид Арсаев. Есть. Есть контакт. Так, светильник отключается таким образом. Все четко. Так, а здесь... Ага. Интересно, столько выключателей, что надо здесь жить, чтобы разобраться, что же на самом деле здесь есть. Хорошо. Далее смотрим. Здесь большой дуляп, шкаф. Здесь еще один телефон. Записные блокноты. Ага. Мукеев, то есть это маркези, общее вентилирование. Вот здесь динамик, то есть азан слышен. Азан можно здесь слышать спокойно, динамик. Вот здесь, кстати, у него прибавляется громкость. Пожалуйста. Так, потом ком. Дальше этот, как его, окно с видом на Аль-Харам.
с видом на Аль-Харам, машалла, горы, Мекка под ногами. Мы на 39 этаже, как там написано, да, но на самом-то деле здесь чуть ли не 50 этаж. Пока до первого этажа доедешь, там 10 этажей еще надо проехать. О, кстати, вот там, вот вдалеке, Джабаль-Нур, гора Нур называется, да, Джабаль-Нур, где пещера есть, где пророк Мухаммад, салям, приходил Джибриль, алейхиссалям, с откровением. Вот это вот Джабаль-Нур, альхамдулилля. Так, далее, как говорится, отель с видом на Аль-Харам, это тоже есть. Так что здесь мечеть, все видно, люди таваф делают, ты можешь спокойно сидеть. Ну, сама комната, как я сказал, просторная, уютная, все имеется. Завтрак, ужин предусмотрен. Так что приятного времяпровождения. Читайте намазы на все азаны, приходите в Аль-Харам, читайте намазы. Не расслабляйтесь, а то эта дунья расслабляет в таком номере. Хорошо. В общем, здесь можно все совместить. И бадат, и рахат, отдых и поклонение. Альхамдулилля. Баракаллаху фикум. Заказывайте путевки в Мекку, на хадж, на умру. С вами была Тальбия Тур. Пишите, звоните и заказывайте. Джазакум Аллаху хайран. Хайраль джаза.